Привет, это команда телеканала «Тюменское время». Мы уже находимся на вокзале, и совсем скоро мы отправимся на Солнечную долину в Минск. Да, будем участвовать в Кубке СМИ. Пожелайте нам удачи. Надеюсь, привезем медали. Мы приехали уже на гору, совсем скоро мы пойдем кушать. После этого будем знакомиться с трассами, изучать маршруты и тренироваться. Сегодня у нас такой более-менее простой день. Что касается качества трасс, давайте я вам покажу. Видите, здесь свежие борозды от ротрака. Это значит, что трассы подготовлены идеально и ждут спортсменов со своим свежим вельветом. Совсем скоро мы начнем тренироваться, разминаться. Именно здесь будет открытие Кубка СМИ. Но это уже будет завтра. Сегодня у нас из официальной части только соревнования по зимнему картингу. Это межрегиональное мероприятие, медиафорум «Вершина» и Кубок СМИ по горнолыжному спорту. Нас многих объединяет любовь к горам, к горным лыжам, сноуборду. А тех, кто еще не научился, мы им постоянно предлагаем, что они могут здесь, именно на нашем форуме, попробовать встать на лыжи или сноуборд. СМИ основала моя мама, Ольга Давиденко, и это дело ее души. Она обожала горные лыжи, и я очень рада, что продолжается ее дело. Мы будем выступать на второй трассе. Уже проехались, уже потренировались, посмотрели. Снег хороший, цепляется. Всего в соревнованиях заявилось 17 команд из разных городов, областей. Здесь и Башкирия, здесь и Челябинск, Магнитогорск, Тюмень. В общем, большой бандой СМИ мы будем сегодня бороться нос к носу за кубок. Нам предстоит спускаться по склону. Это будет скоростной спуск. Нам нужно будет объезжать бордистам, как видите. Нам нужно будет красные флажки объезжать, лыжникам синие. Пожелайте нам удачи. Команда «Тюменского времени». Мандраж немного, да? Да, есть немножко. Но чем ближе к старту, тем вот более... Тем доска больше трясется. Да, ощущается этот мандраж. Да! Что было достаточно динамично, не знаю, вам видно было лучше внизу, потому что там казалось, что я достаточно медленный. Но девчонки говорят, что было замечательно. Я думаю, что было нормально. Да вообще ничего не получилось. Почему ты расстроен? Ну, потому что зацепился на трассе с палкой, и она осталась там. Пришлось за ней возвращаться, все секунды потеряны. Ребята, это что-то с чем-то. Мы первый раз приехали в Солнечную долину, и у нас куча дипломов, медалей. Наш видеооператор вдохновился нашей победой, и сегодня он пробует впервые встать на сноуборд. Мы всей командой пришли его поддержать. Вот, смотрите, что из этого выходит. Он уже самостоятельно едет на переднем канте. А Даша, Гриша выступают за инструктором, а я, в свою очередь, за видеооператора. Передайте вес. Молодец, молодец. Вот видите, как мы влияем на людей. Мы ставим людей на доски. Картина мира только-только открывается. Ага. Вот этого мира. Но надо работать. Надо работать. Я пошел. Это была Солнечная долина. Команда «Тюменского времени». На этом все. До встречи на новых соревнованиях. Пока-пока.